Я Алексей Даньшин, кузнец, член Союза кузнецов России, и это Тверь Тим. Железо, как его стали добывать, оно стало модным, и думаю, и уверен, пока человечество, как говорится, существует, железо будет всегда в тренде. Как я начал, взялся за молоток, работа никогда не прекращается, постоянно. Они все красивые. Я стараюсь не делать то, что мне не нравится. Как правило, это вот такие работы. То есть это художественное оформление для дома, для квартиры. Ворота, калитки, лавочки, козырьки, балконы. Спасо-Преображенский собор. Поехали в музей, отыскали ворота, которые там были в этом соборе. То есть я их видел вживую, щупал, снимал размеры. И по образу и подобию, то есть мы сделали проект и согласовали. И мы начали делать эти ворота. Мы сейчас, вот в феврале, будем заканчивать установку ворот и три ограждения для трех лестниц. По поводу духовно не могу сказать, почему, потому что когда ты влюблен в эту профессию, да, ты не можешь это измерять. А по поводу физически, да, это очень тяжелая профессия. Очень часто в 11-12 заканчиваешь работу, идешь, спишь. То есть я больше живу в мастерской, чем дома. Бывает работа, которой ты боишься. Вот, но в душе ты понимаешь, что все-таки она по силам, и ты вот в этом направлении двигаешься. С одной стороны, надо быть жестким, с другой стороны, надо быть, как говорится, пластичным. То есть, или надо быть собой. Тогда, скорее всего, вот ты поймешь, железо, ну, тебя пускает, либо не пускает. Это жизнь, это искусство. Так, это, одним словом, это жизнь.